бьет, если ты крутил. Я вообще-то ему крутил, алло. Алло. Яна, ты как знала? Что? Написано, бьет особо с правой стороны. Так ты же крутил. Не, я ему крутил. Я просто хотел выйти. А, вот так снимать? Да? Ладно. А будут какие-то скидки? Уже включены. Там 3%, знаешь. Вот, вот. О, давай вот так вот еще. Да, ну так самый... Не камеру. Не камеру. Себя сними вот так вот. Так, пожалуйста. Я сюда, к себе. Миша, пора просыпаться. Ты просыпаешься? Белецкий, пора резать телевизор. Plain sight, yeah, I know we'll be alright. And we come alive, we run the night with strangers. Cause in the end we're all familiar faces. We young and wild, enjoy the ride. We made it, we made it. I don't need no sleep, cause I'm already dreaming, already dreaming. Say you'll never leave, because I love the feeling, I love the feeling. Find myself a wicked night, see you through. Миша, он сюда не знает, в какие двери выходить. Быстро, что хочешь в этом году? Говори! Счастья, здоровья! На концерт Майка Шиноды! Путешествуй! Все путешествуй! Ура! Что это? Авокадо! О, прикольно! Что? Не могу открыть. О, угадай, чей это подарок? Ой, потому что здесь написано Ди. Ну ладно. Это от Миши сыграет. Угадай, чей? А, угадай, да. Прячу. Я там Вот. Кто это? Это курица? Не, папа рот, мне кажется.
Мне кажется... Нет, это сова! Это сова! Бирпон! Какой-то стороны засунул. Шоколадка? Where the treetops. Команда, или? Мы же та команда! Теплое, хочу вам сказать. Думаю, где-то покормить. Girls like me, na-na-na-na. Мы идем, гуляем по Вене. И все? Ну блин, я сейчас сопли вытираю на камеру. Ну, я это вырежу. Хорошо. Мы идем гуляем. Ты не вырежешь это. Мы идем гуляем по Вене, идем в центр. Там, значит, смотрим все достопримечательности, показываем их Кате. А что ты видела? Магазины. Магазины видела? Ага. А, как Лончики. Это? Подожди. Где мой пончик? Музей Близнец. Один. Близнецы. О, вот, да. Ну как, тебе понравилось? Район, квартал музея. Очень красиво. Я не буду бросать. Ну уже рефлекс. О, булка, смотри! Тихо, пока! Она такая, у меня всего два! Да! Куда приехали? Приехали в Зальцбург. Куда приехали? Да. Зальцбург. Смотри, Антон, смотри. Куда идем? Сохнение пить кофе. А потом за тордельниками. Что такое тордельник? Тордельник — это такая штучка, цилиндр. Цилиндр. Будем есть цилиндр? Это... Что такое тордельник? Тордельник — это своеобразное слоеное тесто, круглой формы в овальной обстановке. Он сладкое, да? Да, может быть сладким. Понятно. Алло. Алло, Антон, вас не слышу. По тордельнику позвоню потом. Stand up right now!
Пончик. Миша, экскурсия по поезду, пожалуйста. Супер вагон обожаю. Здесь у нас находится сиденье из кожи змеи. Угу. Дуб столетний, стол. Дорого, богато. Тут у нас находятся девушки. Да, две зеленых, одна черная. Да, а почему они в одинаковых свитерах? Они не хотят выделяться между собой. Понимаешь, если одна будет красивее другой, это конфликт будет. Да-да-да, конфликт в женском обществе. Соответственно, мы их нарядили в одинаковые свитера, чтобы не было лишнего. Ближе, вот так, чтобы было. Можно? Антон!